Проспект Масленникова в Самаре оделся в яркое убранство. Теперь улицу украшают вазоны с цветами. Сначала саженцы вырастили в теплице. Как только они подросли, сразу отправились на свой подиум. Бордовые, белые, сиреневые и красные. Цвета подбирали специально, чтобы внести ярких красок в городской пейзаж. Теперь эти петунии будут радовать горожан до конца лета. Они неприхотливы, они ампельные, они будут свисать. То есть это будет красиво. Не требует особого ухода, только поливка и рыхление. Вот и все. Октябрьский район украсили цветами в рамках программы «Цветущий город». Высадили 13,5 тысяч квадратных метров клумб, установили больше 300 вазонов и 15 каскадных конструкций. К полезной для красоты работе в этом году активно подключились предприятия и жители. Жители включаются очень активно, и жители со всеми дворами. Некоторые разбивают клумбы у себя во дворах, рядом с детскими площадками, стараются озеленять свою территорию. Очень активным жителям мы даже устанавливаем вазоны на территории дворовых территорий. Помимо цветов, в Октябрьском районе запланировано до конца года высадить 130 деревьев. В основном это будут саженцы липы, каштана и березы. Лариса Шлафаст, Максим Гусев. События.